Всем привет! Меня зовут Регина. Меня зовут Настя. А меня Неля. Сегодня мы попробуем сделать вечерний макияж за 5 минут. Нам уже очень интересно, что из этого получится. Будь ласка, не повторите цього в домашних умовах. Все трюки были выполнены исключительно профессионалами. Поехали! Маша, я красиво получилась в кадре? Мне за ушко. Ушко за ушко, там все добре. Зеркальце за зеркальце. Ого! Я наношу базу. Я роблю вечірній макіяж смокі. По настроєнню сосредоточеність. На глазах я планую делать, що попало, що успею. Я делаю хайлайтер. А теперь я буду делать скулы. Анекдоты будут писать. Скул много не бывает. Сейчас я делаю что-то похожее на смок. Зараз наношу скул. Тушь на ресницах, все. И губы. Я буду робити ще губи. Где мой карандаш? Мой карандаш. Better break away, cause it's getting too late. You know this won't last, cause I'm traveling fast. Everybody says I'm bad news. I'm a ticking time bomb, gonna drop when I'm gone. Everybody says I'm bad news. Я думаю, треба не боятися експериментувати. Дуже легко зробити вечірній макіяж кремовими текстурами і пігментом, наприклад, так як у мене зараз. Дуже швидко і дуже красиво. Але мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну, скажімо так, я люблю ресниці намного насичені і чуть більш насичені очі. Зато бачиш, який у мене красивий тон. Ну, что сказать, скорее всего, с таким макияжем я пошла бы куда-нибудь, где темно. Мне кажется, вообще отлично, я бы так сходила куда-то. Знаете, на самом деле это не так уж и страшно. Можете повторить в домашних умовах. Ставьте пальцы вверх, если вы хотите, чтобы мы снимали подобные видео. И подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока. До встречи. Все, уже начинаем? Что ты делаешь сейчас? Стрелочку. Какую? Межресничную? Быструю. Не повторяйте это в домашних условиях. Все трюки выполнены в домашних условиях. Профессионалами.